До наступления Нового года осталось совсем чуть-чуть, и чтобы насладиться праздниками, в этом году у россиян времени будет достаточно. Официальные выходные с 1 по 10 января, так что можно успеть и любимые салаты поесть, и погулять, сходить на каток, в кино и просто провести время с любимыми и близкими. В новогодние каникулы по всей стране будет проходить много праздничных мероприятий, главное, чтобы погода не подкачала. В последние дни, впрочем, зима почти по всей стране вступила в свои права. Оттепель сменилась морозцем и метелями.